Продолжаем информационное вещание в студии Алсу Юматова. Здравствуйте. В этом выпуске верующие отметили день Ивана Купалы, и идеи к юбилею города продолжают поступать. Акция «50 идей» набирает обороты. На призыв муниципалитета откликнулись представители самых разных профессий и социальных слоев. На сегодня организаторы народной акции приняли уже около 100 идей к 50-летию. Еще одну идею предложил Александр Сарапкин. На пустыре, который находится через дорогу от речного порта, он предлагает сделать озеро. Говорит, для этого есть все возможности, тем более, что внизу в этом месте бьют родники. Сегодня день Ивана Купалы. В этот день принято набирать священную воду и купаться в ней. Жители Нижнекамского района собрались у святого источника в селе Шереметьево. Там прошел крестный ход, после чего благочина Нижнекамского района осветил воду и вместе с прихожанами помолился за здравие. Ну а завтра Нижнекамск будет отмечать День семьи, любви и верности. Официально этот праздник появился несколько лет назад в Муроме, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, символов торжества. И хотя праздник имеет православное начало, в этот день запланировано множество мероприятий, в том числе и светских. В 14 часов в Центральной библиотеке откроется тематическая праздничная выставка. В 6 вечера в Доме дружбы народов начнется концерт местных творческих коллективов. Праздничное мероприятие запланировано в это же время в парке нефтехимиков, главным действием которого станет награждение 5 семейных пар всероссийскими наградами за любовь и верность. Состоялась жеребьевка Кубка России по футболу на предстоящий сезон 2015-2016. В турнире примет участие нижнекамский нефтехимик. Начнет свое путешествие к финалу дружины Сечихина с далекой стадии 1-128. 24 июля в Нижнекамске наша команда встретится с футболистами Ульяновской «Волги». О погоде. Сегодня в Нижнекамске ясно, температура воздуха 15 градусов. Завтра синоптики прогнозируют дождь и до плюс 17. В 5 вечера очередной выпуск новостей. Вы узнаете, какие продукты попали под запрет и судьба станции скорой помощи. Напоминаю, вы можете звонить нам по телефону 077 или 41 13 13. Также сообщения принимаются на сайте ntrtv.ru. Не прощаюсь.